Привет, дорогие друзья, с вами Дарди, добро пожаловать в игрушку Охота на зомби. Поставь палец вверх и подпишись на мой канал, если ты этого еще не сделал. Ну что же, мы продолжаем, ребята. Чем будет больше пальцев вверх, чем больше вас, моих любимых подписчиков, тем будет более интересная серия, больше донатиков. Ну, в общем, вы сами знаете, я никогда вас не подвожу. Отлично. Так, хорошо, мы его поймали. Я даже в некоторые игры вне серии учусь играть, чтобы вам потом показать мастер-класс, ну или приближенное к этому. Так, ладно. Ах ты, блин, мозг не туда бросил немножко. Да куда ты? Ну куда ты? Блин, мастер-класс показываешь ты. Так, один готов. Ух ты, ну как я так мог промазать? Как я мог промазать? Да отлично, отлично, поймали в самом конце нормального зомби. Окейушки, сам не ожидал. Сам не ожидал я, боже мой. Так, ладушки. Хотите чаще серии, больше донатиков? Ну, знаете, что делать? Пальцы вверх. И которые видео будут 1000 пальцев вверх набирать, на те я делаю донат, ребят. Так, продолжим охоту. 1000 пальцев вверх для вас это нелегко, потому что вот, допустим, Eat Me I.O. игрушка набрала 40... О, тысячу, больше 1000 пальцев вверх. Я на нее делал 10 долларов, 15 долларов донатик. Потом 40 долларов я даже сделал донатик на эту игрушку. Потому что, ребят, ну, то, что вам нравится, мне не жалко на это потратить свои средства кровные, которые я зарабатываю. Потому что, ну, все для вас, ребят, все для вас. Вы самые у меня важные люди. Так, окей. Сразу тебя убьем, потому что ты мне мешаешь, блин. Так, поймали. В принципе, я и с тобой справлюсь. Отлично, отличненько. Ух-ух-ух-ух-ух. Так, все, все прошли. Охотник-любитель, скоро у меня будет звание. Это круто, ребят. Мне это нравится. Кстати, после 100 тысяч будет много новых проектов, вы сами в шоке будете, я сам тоже буду в шоке. Буду играть на те игры, которые давно-давно не играл, которые добросил, но которые я проходил, еще был очень маленький когда. Но они крутые, они классные, ребят. Я думаю, вам тоже понравится. Давайте пойдем в кафе и что-нибудь тут прикупим. Так, а... не хватает, да, что-то? Хотя нет, вроде все хватает. Облучение слишком дорого стоит. 1200 может заработать. Почему бы и нет? Давайте. Какое у меня задание еще? Купить экипировку. 3,5. О, отлично, как раз. Как раз купили, хотя, наверное, рановато я это сделал. Пойдем лучше половим зомби. Отлично, я готов. Я готов, ребят, к сражению. Так, ладно, если видео будет много просмотров набирать, я буду чаще снимать. Даже 100 пальцев вверх мне будет достаточно, чтобы снять следующую серию. Так. Ну, если хочешь донатик, то надо 1000 пальцев вверх постараться. Услуга за услугу. Ну, правда, ребят, я стараюсь к большей аудитории прислушиваться, потому что, ну, снимать те игры, которые больше нравятся вам. Фига себе, что, я поймал всех? Успел. Резко переключился и успел поймать. Хотя что-то маловато я поймал. Блин. Идем в кафе. Ну а что делать? Продать что-нибудь мне надо. И что я могу тут продать? О, вот, допустим, желтый и зеленый. Отлично. Сейчас мы отожмем это все. Зарядим по максимуму. Пускай. Так, я бы, наверное, бы все-таки отжал, наверное, бы вас. Замечательно. Отлично, как быстро начал отжиматься. Давай тебе еще сделаем. Да, смотрите, как отжимают. Замечательно. А все, мы сделали у нас задачу. Кстати, мы тут тоже выиграли. Классно. Давайте получим награду. Крутанем разок. Что-то можно выиграть. Отлично. Ну, неплохо, нормально. Через 10 часов будет следующее испытание. Уровень давайте повысим. Ух ты, новый зомби появился, нифига себе.
Крутизна. Плюс 2 плутония. Новый продукт. Давайте посмотрим на этот новый продукт. 4000 пока не хватает. Но тут можно вот этого классного зомби производить. Пойдемте, наверное, поищем этого зомби. Прошу прощения, не заметил, экран сдвинулся. Ребятки, простите меня за косяк. Мне это так часто бывает. Где этого нового зомби найти, я не знаю. Ну, видимо, он нам попадется. Так, давайте возьмем транквилизатор и отправимся в путь. Фу, я готов. Так, еще мы возьмем транквилизатор резко. Я не знаю, чего ожидать от него. Так, это пока было легко. Тут 6 зомбаков. Вот он, вот он. Нифига себе, у него плутоний. Обалдеть. Это круто, ребят. У него можно раздобывать плутоний, что ли? Он всегда так будет? Так, быстро мы его поймали. Или какой-то необычный зомби был, который дал нам плутоний. Он светился. А здоровяка мы легко поймали. Ладно, идем в кафешку. Не хватает, правда, у меня деньжаток. Не хватает, блин. Я так хотел это приобрести, купить. 4000 стоит. А, нет, у меня денежек нету. Желтый. Давайте тебя. Почему бы нет? 800. Пускай отжимаются. Окей, ушки, быстрое отжимание денег. Поиск. О, блин. Тут у меня тоже все не так уж и хорошо. Хотя, давайте в кафешку идем. Хочу купить вот эту штуковину. Да, как раз за 4000. Отлично. Чувак, если бы я не знал, что она на 95% сделана из жира зомби, я бы мог поклясться, что это настоящее мороженое. А как ты думаешь, из чего сделано это настоящее мороженое? Из жира зомби. 10 минут будет отжиматься. Он пускай отжимается. Так, мы пока опять зарядим. Пускай тут производится. Идем на поиски. Так, а что у нас тут такое? А, поделиться. Нифига себе, мороженое. Зомби-желе. Что будет, если я поделюсь, ребят? Пишите в комментариях, если что, поделюсь. Почему бы нет? Какие-то карточки получим. Сочность пятерочка. Нифига себе. Ладно, идем атаковать. Окей. Так, я готов. Тут уже будет сложновато, я думаю. Как я хожу по... А, все, я понял. Так, хорошо, его погоняли туда-сюда. Это довольно-таки сложно, зомби. Ух ты ж, елки-палки, нужен транквилизатор тут явно. Так, сам простецкий зомби. Я просто испугался, блин, много транквилизаторов, правда, использовал. Все, они спят. А проснуться уже в клеточке. Блин, мне долететь уже туда. Отличненько. Справились. Бесподобно, изумительно справились. Еще одна награда нам. Так, хорошо. Отлично, изи. Идем в кафешку, посмотрим, что у нас тут. Ну, я думаю, уже можно попрощаться, ребят. Так, тут у нас отжимается зомби. Фу, смотрите, жир. Жир. Фу, нафиг. Мы выжимаем у него жир. И люди это едят. Боже ж ты мой. Тут тоже что еще включим в производство? Давайте ваших ребяток тоже. Пускай отжимаются. Так, скоро, я думаю, у нас уже будет
требуется 18 левел. У меня скоро будет 18 левел, и мы пойдем дальше в путешествие. Это будет очень здорово. А пока что у меня, по-моему, 16, да, левел? Какой у меня левел? Как узнать левел? Так, прогресс. Неплохой прогресс. Скоро у меня будет любитель. А, вот, 16 левел, да. Нужно продать 3 товара. А, 20 товаров. 20 пирогов и улучшить мощность. Улучшить мощность. Не хватает пока что. Длина веревки. Давайте длину. Хотя и на длину тоже нам не хватает. Потом будет капкан, нифига себе. Много чего интересного будет, ребят. Так что подписывайтесь, не пропускайте серии. И мы пройдем эту игрушку, если игра будет популярна, если игра будет, пока будет актуально, набирать просмотры пальцы вверх, мы с вами будем проходить ее. С вами был Дарья, всем до скорого, пока-пока.